Всем привет! Сегодня я вам покажу заказ из компании Bonprix. Там всего лишь две вещи. Посмотрев последний раз каталог, я говорила, что закажу свитер с оленем в кремовой расцветке, если он будет. Он на сайте был, и я его заказала. Также в новой коллекции вышел очень интересный полуверчик тоже. В лимонной такой расцветке я его тоже приобрела. Давайте посмотрим, что же нам прислала компания Bonprix. Откроем с вами пакетик. Я знаю, что многие пишут мне, значит, пробовать примерять вещи, ну, там, соответственно, снять на камеру, да, но поймите одну вещь, у нас у всех телосложение разное, то есть, в принципе, на ком-то, может быть, эта вещь будет сидеть идеально, на ком-то, ну, не очень, да, то есть в зависимости от его телосложения. Поэтому на себе вещи я не примеряю, но могу сказать одно, то есть, я думаю, что вы понимаете, да, если я ношу, например, размер S или XS, да, в некоторых случаях, или китайский, допустим, это размер M, то приблизительно понимаете мое телосложение, то есть, в принципе, ну, это стандартный, как бы, ну, я не знаю, как объяснить, стандартный маленький или там, либо средний размер, да, поэтому примерять на себе не буду. Единственное, что могу показать, как это выглядит на вешалке. У меня манекена, к сожалению, нет. Вот, поэтому не могу показать. Итак, давайте посмотрим, что у нас с вами здесь есть. Постараюсь не очень долго говорить, поэтому давайте посмотрим. Как обычно, здесь у нас с вами пришла накладная. Мне мы с вами будем смотреть. Пришел каталог. Каталог, кстати, октябрь-ноябрь. Мне кажется, мы уже с вами смотрели такой каталог, я даже выкладывала, но там немножко другой набор, скажем так, одежды был. Ну, мы его с вами посмотрим обязательно, может быть, кого-то что-то заинтересует. Давайте непосредственно перейдем к одежде. Ну, соответственно, давайте начнем с новинки. Я сначала покажу все вот в таком вот формате, потом я это повешу, в смысле, на вешалочку одену все это и покажу вам, как оно выглядит на вешалке. Это новинка. Цвет такой очень интересный, он такой горчичный. Это у нас с вами... Даже не знаю, что. Ну, это типа, ну, не полувер, наверное, даже. Я не знаю, как сказать. Так. Сначала начнем с этой кофточки. Значит, что в ней интересного? Это коллекция, кстати говоря, Body Flirt. Размерка 32-34 XS. Ну, как раз мой вариант. Даже, хотя вот сейчас смотрю, она очень широкая. То есть... Ну, посмотрим. Значит, здесь у нас есть с вами... Так, у меня села батарейка, поэтому пришлось немного подзарядиться. Итак, значит, из чего же сделан данный полуверчик? Он, опять же, да, вот такой вот рифленый, скажем так, узор у него. Мне очень понравился. Значит, из чего он сделан? 100% полиакрил. Ну, достаточно, хочу сказать, тонкий и приятный к телу. То есть в нем жарко, на мой взгляд, не будет. Рукава у него, конечно, не такие же, как сама передняя, получается, и задняя часть. Я вам обязательно сейчас все на вешалочке покажу. Рукава здесь расклешенные. То есть вот вы можете видеть. Ну, такой интересный полувер. Мне он очень понравился, поэтому я его и приобрела. Покажу чуть позже его на вешалочке. Итак, следующий товар, конечно, я не удержалась и заказала себе второй полувер с оленем. Так, давайте мы его откроем с той стороны. Здесь без ножниц, к сожалению, не обойтись. Давайте откроем. У меня такой уже есть, зеленого цвета, я вам его показывала. Опять же, хочу обратить ваше внимание на то, как компания Bonprix упаковывает свои товары. Мне очень нравится. То есть это
качественная доставка, все приходит в достаточно отличном состоянии. Ну и давайте посмотрим, из чего же здесь состоит. Напомню, кто, может быть, себе тоже присмотрел такой свитер. Это у нас 50% хлопка, 50% полиакрил. Ну и вот такой вот цвет. Сейчас на самом деле очень светло на улице, достаточно пасмурная погода, но при этом свет падает идеально. То есть он, конечно, немного высветляет сейчас, да, потому что сам свитер такого кремового цвета. Ну что ж, давайте посмотрим, как это выглядит у нас с вами на вешалочке. Оставайтесь со мной. На самом деле сейчас камера ужасно передает цвет, потому что он не такой желтый, не такой выжил, как говорится, желтый. Это именно цвет такой, знаете, горчичный. Я даже не знаю, хотела повесить вам на вешалочке показать, но цвет все-таки не тот. Поэтому я даже не знаю, как вам показать. Вот, я поняла, с какой стороны. Вот с этой стороны цвет более-менее правильно передается. Вы знаете, к сожалению, не стала делать вам видео на вешалке, потому что свет неправильно падает и передает эту кофту в каких-то зеленоватых оттенках. Я как-нибудь сделаю фотографии, либо просто вам дам ссылочку на сайт, где есть эта кофта. Там цвет передан правильно. Я просто хочу вам передать именно качество данного пуловера. И самое главное, на что хотела обратить ваше внимание, это то, как она выглядит позади, то есть вид сзади. Здесь есть ленточки, на которые завязывается сама кофточка. Мне это очень понравилось. Так что вот такая вот кофта. Я обязательно дам ссылочку, потому что, к сожалению, видите, свет неправильно падает. Вводить вас в заблуждение очень не хочу. Ну и давайте посмотрим сам свитер. Ну, в принципе, здесь ничего нового нет. Видите, я уже все на вешалочку повесила, но, к сожалению, свет неправильный, поэтому... Ну, вот такой. Свитер вы уже видели, поэтому ничего нового здесь для нас, для меня, по крайней мере, и для вас, если вы смотрели предыдущее видео с этим свитером зеленого цвета, тоже нет. Итак, давайте, наверное, посмотрим с вами быстренько каталог. Кому интересно, надеюсь, что батарейка не сядет. Модные тенденции октябрь-ноябрь. Останавливать свое внимание особо не буду. Давайте посмотрим просто, что здесь есть. Пока свет правильно падает. В принципе, все эти уже комплекты одежды были продемонстрированы в предыдущем каталоге, обзор которого я вам ранее делала в предыдущих видео. Вы можете тоже посмотреть. Вот. Вот и коллекция Rainbow. Она мне очень нравится, потому что здесь есть достаточно интересного кроя вещи. Вот. Очень интересные брючки. Люблю такие. Кстати, очень неплохой такой спортивный костюмчик. Тут указано, что это трикотажные брюки, но наверняка есть, да, и сам свитшот. 71% полиэстер и 29% хлопок. Трикотажные брюки, 71% полиэстер. А, ну да, получается, что 29% хлопок. Ну, в общем, симпатичный такой костюмчик. В принципе, здесь много есть достаточно достойных вещей. Самое главное смотреть на состав, потому что на картинке, опять же, это может смотреться идеально. Вам кажется, что это хлопок, а вы любите хлопок, но когда вам привозят, оказывается, что это какой-нибудь полиэстер. Поэтому с этим главное не прогадать.
Очень интересные, кстати, брючки такие. Симпатичные. Но они летние, конечно. Мне, кстати, очень нравится вот эта вот рубашечка и вельветовые леггинсы стретч. Но пока не буду приобретать, у меня очень много брюк. Я, кстати, не знаю, есть ли на сайте Bonprix каталоги, но он в электронном виде, скорее всего, есть. Хочу обратить ваше внимание на вот эту вот блузу с принтом с длинным рукавом. Она мне очень понравилась. Давайте посмотрим состав. Это 100% хлопок. Очень интересной такой расцветки. Она еще есть в темном цвете. Я так понимаю, что это черный цвет. Симпатичная такая. Кстати, детская мода, осенние хиты. Здесь уже видите вещи тоже с примеркой на детях подросткового тоже возраста. Вот, так что. Нижнее белье. Кому интересно. Тут же есть и большие размеры, поэтому не только нижнее белье, естественно, одежда тоже есть больших размеров, и это очень хорошо. Дальше пошла мужская мода. Мне, кстати говоря, я присмотрела для человека очень интересный свитерок. Не знаю, чем он мне понравился, но вот прям вот тут с двумя этими, значит, молниями, не знаю, расстегивается нет, но очень симпатично смотрится. Такой цвет еще, знаете, голубовато-серый такой вот. Какой-то принт интересный, не знаю, может быть, даже приобрету, посмотрим. Это у нас мода для дома. Супер темна. И бодифлирт вот такого вот плана. Вот. Так что, к сожалению, видите, как не удалось вам показать именно фото на видео на вешалочке, потому что цвет неправильно передает. Даже сейчас немного высветлено, выбелено. К сожалению, вот так вот. Но если будет возможность, я, конечно, вам сделаю видео. Вот сейчас более-менее правильно передает. Но, опять же, немножко выбелено. То есть цвет горчичный на самом деле данной кофты. Но, в принципе, я думаю, что это ничего страшного. Ссылочку я вам оставлю под этим видео. Вы уже на сайт сам перейдете, кому интересно, опять же, да, и посмотрите, как это выглядит с примеркой на человеке. И увидите точный цвет. Ну что ж, это были небольшие покупки из компании Bonprix. Наверное, в ближайшее время пока что я не планирую ничего у них заказывать, потому что у меня достаточно много одежды висит, надо ее носить. Вот. Единственное, что если, конечно, что-то такое интересненькое будет в новиночках, я обязательно приобрету. Ну что ж, всем отличных выходных, оставайтесь со мной, всем пока-пока!